Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Бурлаки 2.0. Так, я свет выключу. Уже конец декабря. Снежку еще подвалило. Подсыпало. Так, я сейчас еду на производство блоков и плитки. Поедем, продадим. Машины стоят груженные. Надо будет сегодня еще за елкой съездить. Елочку поставить. Сейчас закрою. Поехали. Подсыпало снежку. Но дорога, главное, все равно есть. Ехать можно. Да ладно. Машина заглохла. Так, там смотрю, второй водила уже прогрел мазик. В общем, вот так загрузил. Много не стал грузить, там уже будет тяжело. А здесь плитка. Мазик плитку везет, я блоки. Так, а я вот здесь и не вырулю. Нормально. Мне самое главное, чтобы масло там вырулил, потому что я-то проехал, вроде проехал. Так, давай пропустим вон ту машину. Блин. Правая сторона-то здесь особо не чищена, очень плохо. По-хорошему бы надо прочистить правую сторону, потому что очень заснежена она какая-то. На встречку выезжать не очень хочется. Ну да, здесь прямо конкретно мешает снег. Ладно, едем продавать. Может быть, потом возьму трактор, немножко пройду в правую сторону здесь, потому что ну уж прямо вообще она неудобная здесь. Если в снегу сколько лежит. Город чистить не хочет. Либо техники нету, либо деньги зажали. Не хотят вообще выполнять свою работу. Придется мне тут подсуетиться. Проявить инициативу.
Блин. Ну и что ты встал-то? Вот же засранец. Ты издеваешься? Сейчас я его, блин, проучу, чтобы он тут не стоял. Выходи, блин. Все, поехали. Мне из-за этого стаскивает. Блин, вообще стаскивает. Сейчас знаки посносит. Так, а тут придется наугад ехать. Потому что тут дороги нету, не расчищено. Даже эту завалило. Точку продажи засыпало. Я надеюсь, примется товар-то. Да. Так, на 69 тысяч я продал. Сейчас я отъеду, а то он меня сейчас подопрет просто-напросто, не даст проехать. Все. Давай плитку. Плитка, наверное, дешевле будет. Даже, честно говоря, даже не знаю. Цены вообще не смотрел. Сразу поехал сюда просто. Сколько выйдет, столько выйдет. Так, ну да, 52 тысячи. Чуть-чуть дешевле. Так, машины пускай здесь стоят. А я поеду. Надо Кира ведь взять и прочистить, пройти правую сторону, а то очень неудобно. Дров, кстати, тоже уже скопилось. Можно ехать продавать.
Там, наверное, поддонов. Порядка 10 поддонов, наверное, с дровами уже. Так, выезжаем на трассу. Надо пройти там немного, почистить. Тут, кстати, уже елочки поставили в городе. Смотри, большая елка стоит. Тут хорошо бы тоже и в городе вот здесь пройти улицу, почистить. Надо будет тоже нам сейчас пройти, немножко пошире сделать. Да, тут тоже, смотри, сугробы прямо на дороге. Ничего себе, сугроб. Блин, тут лежащий полицейский, неудобно. Ну вот так хотя бы. Но так намного лучше. По крайней мере, поудобнее ездить будет.
Так, ну что, дорогу более или менее я почистил. Теперь тут нет таких сугробов. Теперь хотя бы видно разметку. Там еще, правда, у ворот хорошо бы убрать снег. Да, тут более или менее я прошел. Можно вот даже еще чуть-чуть прям вот. Да, тут прям вообще снега столько было, что за один раз тут просто не уберешь. Очень много снега. Так, хорошо бы вот здесь с перекрестком разобраться. Ну вот так, более или менее. Все, хорош. Так, а мне бы вот как бы за прицепом подобраться. Я тут не проеду через такие сугробы на другом тракторе. Но теперь нормально, теперь проеду. Потом уберу его сейчас. Да, я главное сугроб убрал, а то я туда не заеду. За елкой надо съездить. На газели я не проеду, поэтому берем трактор. Другой, поехали. Поехали, в лес съездим, тут недалеко. Елочку надо привезти.
Так, вот тут много таких елок растет, небольших. Мне как раз подойдет. Хорош. Блин. Ничего не видно. Так, ну положил. О, закрепил. Все. Поехали. Возле дома поставлю. Хороша елочка-то большая. Метра 4 нам. Да не, больше, метров 5 или 6. Так, а смогу я туда зарулить-то? Или придется так ее тащить? Что-то, мне кажется, я туда и не зарулю. Не, нормально. Главное потом выехать отсюда с этим прицепом. Все. Привез. Елочку я буду ставить, ну, наверное, где-нибудь вот здесь, на этом месте. В принципе, нормально. Тут она мешать точно никому не будет. Вот здесь вот. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока. Ну, а елку уже нарядную мы увидим в следующей серии. Всем пока.